Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как истребить всех вшей и гнид раз и навсегда? Что для этого потребуется? Я очень признателен, если это видео распространите в соцсетях, многим принесет пользу. Особенно если вы подпишетесь на Яндекс.Дзен канал, в описании будет ссылка. Чтобы уничтожить эту гадость, самое главное, должны, внимание, делать взрослые в перчатках соблюдение инструкции, потому что, чтобы не было ни аллергической реакции. Поэтому здесь как бы это практические советы. Только можем, что из личной практики, что делал, что помогает. Это у нас чимеричная вода. Чимеричная вода в разной сфере применяется, по народной медицине от разных там напастей. Так вот, чимеричная вода в аптеке продается копейки, как говорится, с особой осторожностью, смотрите, чтобы не было аллергической реакции. Увлажнять волос надо, и затем на полчаса наносим на волосы. И потом смываем чимеричную воду, и гребнем расчесываем полностью, вычесываем, извиняюсь, и осматриваем погибшие наши вши. И при правильном применении хватает достаточно уничтожить всех вшей и гнид. Так что запомните, чимеричная вода в аптеке продается. И если у вас будет в аптечке, как бы вам повезло, если у вас есть вши. Вы уничтожите раз и навсегда эту гадость. Подписываемся на канал, распространяем ролик. Всем желаю счастья, всем пока.